Привет, друзья, с вами Терминатор. Мы продолжаем проходить Dungeon Siege. Сейчас мы прошли болото, это вонючая, самая дерьмовая локация, которая есть в этой игре. И теперь мы будем спускаться в катакомбы гоблинов. Это мне вот, эта локация мне нравится сама по себе. Очень клевая. Так, у осла много места, Это хорошо, то, что у осла много места, потому что тут уже, кстати, сразу на нас мочилова наступает. Ну-ка. Старый молот выпал. Кольчуга из паутиного шелка упала. Куда они побежали-то? Мой главный герой-то куда бежит вообще? Ну-ка. Да ты придурочный. Так, кольцо выпало. Кольцо лучница взяла. Ой, ты когда сдохнуть-то уже успел? Че, он вылечил этого балбеса? Гасацкий щит. У меня два мага умерли. Точнее, они оба в отключке. Кто их там бьет вообще? Опять этот придурок сдох. Танк поганый. Ну-ка иди нахер отсюда вообще. Лечи его. Точнее, сделай так, чтобы он воскрес, короче. Да вы издеваетесь? Откуда здесь только гоблинов-то этих маленьких? Так, собирай вещи свои. Ты олень? Ты свои вещи, что ли, не помнишь, где лежат? Придурочный. Давай, пи-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 пи. Так, посмотрим, все ли ты одел то, что тебе надо. Посох. Один к уму дает. Один к навыку природной магии. Твое, перчи твои, все твое. Что, тут опять док, что ли? Я что-то не понял. Давайте вернемся назад. Соберем вещи. Мы вообще куда пришли-то? Гасацкий посох возьмем. Щит возьмем. Что у нас там еще? Призвать нефритовую горгулью. Топор нам не нужен. Это возьмем, давай. Мы вот отсюда пришли. Тут, кстати, старый молот. О! Кольчуга. И это кольчуга. Мест уже нету вообще. Так, давайте мы немножко разберемся с местами. Сколько стоит? 8000. Ослу. Сапоги сколько стоит? 1700. Это тебе. Места нету. Каска, кстати. Оба-на. Защита 17. У тебя сколько? 16. А у тебя вообще что? О, давай тебе эта каска будет. Так, это что? 290 стоит. Выкидываем. Перчи 900 стоит. Ослу. Арбалет 7000 стоит. Ослу. Это 64 стоит. Вообще выкинуть надо. 2000 стоит. Ладно, это тоже выкинем. Капец, конечно, у деда банок. Щит. Выкинем. О, вот это ослу. Арбалет. Ослу. Топор выкинем. Сапоги 400 стоят. Ну, в принципе, можно ослу отдать. Это 1000, это выкинем. Это 8 косарей стоит, тоже ослу.
Это вообще 9800 стоит, тоже ослу. У меня вообще что есть? Вот каска деду. У него, конечно, хпшек, это вообще. Так, здесь мы разобрались, здесь мы разобрались. Так, тетки. Да ёкран, что там у тебя такое? О! На, дед, носи. 12 к здоровью и к стрельбе. Ну, это, в принципе, без... Не меняет ничего. Стрельба там нам не нужна. Выкинуть. 12 косарей стоит. Нихера себе. 720 дамаг. У тебя сколько? А у тебя сколько? О! Может, это тебе? Ты с ней походишь? Двадцать к мане. Дамаг реально больше стал. Ну, топорик 4000 стоит. Так, это что стоит? Два косаря, тоже ослу. У тебя что есть? 400 выкинуть. 1700. Ну, оставим. Перчи 1500. А у этого? Арбалет. Ослу, это выкинуть. О, посох 22 тысячи стоит. Природную магию дает. А, нет. Урон природной магии. Сколько стоит? 14. Это выкинуть. Ну, вроде мы немножко собрались. Кстати, у осла почти место заполнено. Мы только сюда пришли, а у осла уже места, можно сказать, и нету. Так, ладно, давайте продвигаемся по нашим катакомбам гномьим, гоблинским гномьим. Тут одни трупаки, потому что мы до сюда дошли. А теперь у нас здесь что? Умри, падла! Эй, ты что, в рукопашку дерешься? О, пауки-мусорщики какие-то. Бот-убийца его зовут. Давай, мочи их, драка, драка, мыло потекло. Они так-то нехило дамажат вообще. Вон моего главного Гера. Отпинывают. На тебе. Огнеметчик. Танк поганый. О, деда бьют. Да ёкраны, вы чё такие мощные? Бей, гадов! Иди сюда, гаденищ! Ткань. Потом посмотрим. Где ослишко? На. Зелье лечения мы возьмем. Хоть у нас их и до хера. Но зелье лечения лишними точно не будут. Иди сюда, гоблин. Так, ману пей. Превращение в волка. Заклинания можно брать, они нормально стоят. А у нас еще есть маг природный и маг боевой магии. Так что, может, даже какие-нибудь заклинания пригодятся, которые мы сможем использовать. Хил! У Лора подняла навык, это очень хорошо. На!
тебе! О, арбалетик. Все, убили. Красавчики. Слышь, ты своими токовыми. Че на... В бочку стрель, молодец. Гаси этого токового. Блюдок вообще вонючий. Призыв пещерного медведя. Банки, банки. Мэрика, Мэрика убили. Перчатки из сплава. Мэрика, главное, не бейте. О, блин, я чуть не подох. Мэрик, пей банки хп. Ну все, вроде бы много кого мы убили. Непрочная бригантина. Или как там было написано? Не успел я прочитать, так наугад слово сказал. Да херетик здесь. Пауки поганые. Кстати, почему у меня один чел выбран? Давай, гаси его нахер. Э, дед. Захили его, молодец. Он пока банку выпьет. Они мне даже не дают посмотреть дамаг этой токовой штуковины. Кто ее украл? Ум 15, ловкость 16. Блин, она его одеть не сможет. Да мне его никто одеть не сможет. Вот я дам у Лори, она не может одеть. Дам магу. Маг тоже не сможет одеть. Стоит 21 тысячу. Нормально. Чё это, чё это, чё это? Но стоит она зачетно. Хил. Итак, а мы откуда, собственно, пришли? Ой, электрошок еще валяется. Пространственные врата, шар молний. Кстати, что за шар молний? Кто взял? Мэрик? А это не Мэрик взял? Ты взял, что ли? Где ли Мэрик взял? У кого нахер? Заклинание. А, во! Отправляет цель в далекое измерение. Светящийся шар вращается вокруг мага и атакует молниями ближайших врагов. Но это все хрень. Так, а мы откуда пришли? Электрошок возьмите. Значит, нам туда. Если осел там стоит, значит, нам вон туда надо бежать. Нахер убью, студенты! Призвать скелета. Умри! Умри, 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 умри! Только не мои персы. О, танк! Взрывник. Мочите взрывника. Куда он поехал? Капец моим тут прилетает по-жесткому вообще. Еле лечение.
Давай, 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 на! Песнь маны. Так, деньги. Зелье маны. День. Да ёкран, ты деньги-то взять можешь? Да ты придурочный. Так, а вот интересно, а нам куда теперь? Перчатки из сплава. Так, вон здесь есть дверь. А там что тогда? Тут что? Ну-ка, быстро говорите. Погоди-ка, мы отсюда пришли, что ли? Тут вон трупаки что-то всякие. Мы вот пришли. Это они из двери пришли, да? Ой, кто это Мэрика отпинал? Как они вообще смеют трогать моего осла? Но я им такое не прощу. Огнемет сюда давай. Или тебе по-английски сказать? Give me огнемет. А не то я за себя не ручаюсь, и тебе капец. А, блин, меня тут вообще прессуют. Хил, 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 хил. О, Глоерн. Достиг 27 уровень ближнего боя. Так, теперь иди сюда. Нет, сейчас будет взрыв. Та. О, магию увеличили. Ничего, мы танка-то убить не можем. А вертолета, кстати, мы можем бить? Можем, отлично. О, лук. У него опять мана закончилась. А, мазанул своей гранатой. Так, вертолеты. Прилетели, хотят нас замочить. Так, минус еще гоблин. Сейчас у меня должен уровень поднять. Боевой маг. Ничего в этом ящике нету. И так. Давай, 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 давай. Так. Только бочку не убейте. Хил, 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 срочно хил. Вот олень. О, даже себе хп не потратил.
Зелье маны, деньги. Это мы возьмем. У нас тут есть один пожиратель маны жесткий, который только ману одну жрет. Больше ничем не питает. Охереть их там! Мэрику просто сразу люлей отвешали. Он вообще подох, конченый! Я из-за этих надписей ничего не вижу вообще. На пол экрана вещей упало. Так, есть. Лорун поднял навык. Да сдохни ты уже! Как может быть у этого такой посох у огнеметчика? Вон огнемет упал! Ох ты, 700. А здесь сколько? Сила 19 надо. У нее только 17, она через год оденет. Как воскреси этого болвана, какого хера он подох? Быстро все поднял. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Я отхилился. Все, что надо, одел. А то я знаю, сейчас левое наденешь. Потом думаю, ты что я не дамажу, что я не дамажу? А у меня всякое говно одет, потому что. Бисерные перчатки. Так, ну я надеюсь, мы не отсюда пришли. Жизни. А у меня что, места нету жизни брать? Отлично, стрельнула, молодец. Тихо. Так, можно пройти туда, можно пройти туда. Тут опять гоблины. Так, Лора подняла навык. Молодец. Просто со своего арбалета она здесь всех разматывает. Давай. Мочи вертолеты. О, танк едет. На тебе, паук! Хил, батя, хил! Кольчуга из паутиного шелка. Призыв жуткой мукозы. Так, этих челов, которые с бомбами ходят, мы убили. Теперь остались вертолеты, но они донари, поэтому мы их убивать не будем. Ой, точнее, мы их убьем. Они чуть ли не с одного удара умирают. 2, 3, 4, 5 ударов надо, чтобы убить. На, бочка. Хорватский бочка. Ну давай уже, подохни ты. Так, это паук. Сдохни нахер. Да ёкараны. Что здесь столько много противников-то? Хил.
Ману, пей. Так, мы здесь. Я еще это сломаю. Неохота мне меняться на другого перса и бочки стрелять. Я их так убью, короче, и все. А-а-а, взрывник! Капец, он ману хавает. Еще у нас левел поднял. Один дядя. На тебя, тварьё. Подохни, подохни, подохни. Ты какого хера тут вообще? С огнеметом-то такой крутой, да? Молот упал желтый, но значит он что-то уменьшает. Может ману уменьшать, может хп, может силу, может ловкость. Хил! Гаси его нахер! Песни маны. Так, берем. Здесь вон бочка. И здесь бочки всякие. На! Дверька открывается. Битвы начинаются. Давай, давай, гаси, гаси, гаси этого просто ублюдка поганого, который здесь недостоин находиться. Куда он побежал? Да нахер ты его бьешь? Гаси других. Тут вон сколько. Кольцо. Это я взял. Что за кольцо? Один к нам вокруг опашенного боя. О, да это я буду носить, короче. Свидос. Капец его. Вот этого деда отпинывают. Глоерна. На-н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 а. Сдохни, 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 падла. Капец здесь мобов. Но здесь хоть понятно, куда идти. Не то, что на болотах, там бегаешь, вообще хрен пойми. Тут вода, тут вода, тут лужи, тут вода. Да убей ты этого козла. Немытый козел, иди отсюда. Да неужели подох? Превращение в древесного бегуна. Это мы забираем. Нахер пошел. И ты тоже сдохни. Зеленые человечки тут всякие ползают. Да возьми ты жиськи. Это мы брать не будем, это видимо какое-то говно маленькое. Как таким мелким дамажить можно? У меня, блин, мизинец на ноге больше. Опять всю ману сожрал, да ты заколебал. На тебе, на тебе, на тебе, на. Так, и теперь бочки выстрелить, но на. Пулеметчик. Сейчас Мэрик уровень возьмет. Мэрику-то хорошо, у него автохил маны. Она у него не тратится вообще.
сапоги из сплава. О, шапка колдуна. Ловец. Заурасков. Так, а кто это взял? Ну-ка, давайте посмотрим, что вообще у нас есть. Арбалет, 11 косарей. Ослу. Это что? 40 тысяч! Четыре пункта к урону природной магии. Капец вещей. 77. Нахер это не нужно? Выкинь. 1000, ладно, это тоже выкидывай. 2000 выкидывай. Тоже выкидывай. Так, кстати, что у тебя за шапка? 22 защита. У тебя что за шапка? Оба-на. Я тебе шапку нашел. О, говно. Вот это что за молот? 22 тысячи стоит. Это 21 тысячу стоит. У кого? А, вот эта шапка. На тебе. Что за лук? 23 тысячи. 775 дамаг. Тоже нехило стоит. Ну это выкинем. Да, жизни-то у тебя немного осталось. Такой смешной вообще. Ну, в принципе, друзья, давайте мы у нас пока тут такой перекурчик небольшой, мы здесь прервемся и продолжим уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем до свидания.